Доступные госуслуги. Отдел по вопросам миграции по железнодорожному району теперь принимает по новому адресу. Улица Локомотивная, 148. Ранее отдел располагался в центре Ульяновска на улице Карла Маркса, 14, что усложняло доступное получение государственных услуг гражданами. Подразделение перевели в отремонтированное помещение одного из зданий территориального ОВД. Задачи, которые мы перед собой ставили по воссоединению всех подразделений в одном территориальном органе в части обслуживания населения железнодорожного района по вопросам внутренней миграции решен. С графиком работы отдела по вопросам миграции ОМВД России по железнодорожному району города Ульяновска можно ознакомиться на официальном сайте.